Хорошая погода последних дней дала мощный толчок нелегальной миграции через Ла-Манш. Только в понедельник в Великобританию на 27 лодках прибыли около 1300 человек. Это рекорд с 2018 года. По данным британского Минобороны, за 8 месяцев 2022-го таким способом в королевство въехали уже 22 600 нелегальных мигрантов. Всего лишь на 6 000 меньше, чем за весь прошлый год.